Вот ведь какие дела-то. Из запертого номера в гостинице Андреева на набережной улице неизвестными посредством взлома замка из номера приезжего Куклева похищено разного платья на 100 рублей. А вы говорите: «Тишь да гладь, да Божья благодать». А хвать, вот тебе и тишь с гладью. А мы возвращаемся в 1913 год и гуляем по набережной улице. Дома исчезли, царство луж и пустыри с лицом несвежим, изображая в красках глушь, вошли в сырое побережье. Да уж, тут на набережной улице тишь и гладь, и хватит бежать. Ну вот, например, крестьянин Скобочкин похитил из квартиры Александровой 20 рублей, но был задержан на месте преступления и отдан в руки закона. Так-то, Скобочкин, вот тут тебя за жабры и за ушко ты на солнышко. А вот человеку по фамилии Крензелев в той же самой гостинице Андреева на набережной улице повезло гораздо меньше. Едва он приехал в Самару и отдышался, здесь же, в гостинице, к нему подсел неизвестный и завел разговоры о том, о сём. А пока разговаривал, умудрился вытащить из кармана у Крензелева квитанцию пароходного общества по Волге. Обнаружив исчезновение квитанции, Крензелев рванул в контору пароходства. Но оказалось, что его багаж уже был получен неизвестным молодым человеком, который предъявил злополучную квитанцию. Между прочим, стоил этот багаж что-то в районе 150 рублей. И уплыл он совсем не вниз по Волге, а, скорее всего, в руки перекупщиков краденого. Ну или вот, в августе того же самого 1913 года проживающий на набережной улице Петр Смирнов заявил о том, что из его незапертой квартиры во время его сна пропали 186 рублей. По подозрению, в этой краже были задержаны трое – крестьянин Спиридонов и мещане Федоров и Петров. Но никто себя виновным в этой краже не признал. Но это что? Это цветочки. А были и ягодки. Так, 20 августа на складе Восточного общества, находящемся на набережной улице, было обнаружено исчезновение целой кипы сукна. Между прочим, стоимость пропавшего сукна оценивалась в 687 рублей. Вот это ягодки, так ягодки, калинка, так сказать, и малинка в сахарном сиропе. Но ягодки только тогда и ягодки, когда все хорошо завершается. Так было и в этот раз. Обнаружив пропажу кипы сукна из склада, служащие конторы Восточного общества забили тревогу и обратились в сыскное отделение, околоточный надзиратель которого Пучинин. Совместно с агентами Лесных, Шимановым и Васильевым задержали тут же на набережной улице мещан Федора Лепкова, Якова Мырова и Николая Вышенкова, которые в содеянном сознались. Похищенная же ими кипа сукна была найдена и возвращена по принадлежности. Вот такие ягодки и чай с вареньем. Набережная улица, по которой мы сегодня гуляем, не раз и не два становилась героиней художественных произведений. И в этом нет ничего случайного. Смотрящая на Волгу, она много видела и слышала. И так и просилась в какой-нибудь роман или хотя бы в повесть. И самарец Алексей Толстой не стал упорствовать и впустил ее в первую часть трилогии «Хождение по мукам» в роман «Сестры». Давайте откроем этот роман Толстого и посмотрим на мир и на набережную улицу вместе с его героями. Между длинных дощатых бараков
тюков с шерстью и бунтов леса бродили широкогрудые, широкоплечие грузчики и крючники, и парни молодые и босые. Иные играли в орлянку, иные спали на земле и на досках. Вдалеке человек 30 с ящиками на плечах сбегали по зыбким сходням. Между телег стоял пьяный человек с кровавленной щекой, придерживал обеими руками штаны и ругался грязно и матерно. Вот этот элемент не знает ни праздников, ни отдыха, наставительно заметил Семен Семенович. А вот мы с вами умные, интеллигентные люди и едем праздно любоваться природой, сказал он и перешагнул через огромные босые ноги грудастого и губастого парня, лежавшего навзничь. Другой сидел на бревне и жевал в это время французскую булку. Даша слышала, как лежащий сказал ей вслед: «Филипп, вот бы нам такую!» Но тот с набитым ртом ответил чисто очень: «Возни много!» По широкой желтой реке в солнечных отсветах туда-сюда скользили маленькие лодочки. Одну из таких лодок нанял и Говядин. Дашу он посадил на руль, а сам взялся за весла и стал выгребать против течения. А мы пока оставим роман Толстого и со страниц романа вернемся на совсем другие страницы, газетные. И снова перед нами гостиница Андреева на углу Панской и Набережной улиц. 8 сентября 1913 года возле этой гостиницы живущий в Абдулине Гариев и крестьянин Николаевского уезда Ахметов, будучи в пьяном виде, произвели буйство, причем обнажили кинжалы и несколько раз выстрелили в воздух из револьверов. Буяны были задержаны и привлечены к ответственности. А вот околоточный надзиратель первой части Благодаров задержал в доме номер 83 по Набережной улице некоего Ивана Куршева, обвиняемого в краже денег у мещанки Куваркиной. Куршев был отправлен в сыскное отделение, а вот околоточному Благодарову была объявлена благодарность. А вот то же самое «Хождение по мукам», но уже другая часть этой трилогии, роман 18-й год. На грязном берегу добровольцы кончали с остатками красных, бежавших из слободы. Дмитрий Степанович пришел туда слишком поздно. Те, кто успели перебежать через деревянный мост или переплыть Самарку вплавь, садились на пароходы и баржи и уходили вверх по реке. Но многие трупы или плавали возле берега, или уже утонули в Самарке и Волге. На перевернутой гнилой лодке сидел Говядин. Рукав его был привязан трехцветной лентой. Мочальные волосы мокры от пота, а глаза белые, точками зрачков, смотрели на солнечную реку. Дмитрий Степанович подошел к нему и окликнул грозно: «Господин помощник начальника милиции, мне было сообщено, что здесь происходят нежелательные эксцессы. Воля правительства в том, чтобы они немедленно прекратились». Доктор не договорил, увидев в руках у Говядина кол с прилипшей к нему кровью и волосами. Говядин медленно слез с лодки, подошел к воде и прошипел едва слышным шерстяным голосом: «Вон еще один плывет». Против течения плыла стриженная голова человека. К Говядину приблизились еще 5 добровольцев с кольями в руках. Тогда Дмитрий Степанович вернулся к своим офицерам, пившим баварский квас у расторопного квасника, уже успевшего выкатить свою тележку. Он произнес речь о ненужности лишней жестокости,
и указал на говядина. Тогда ротмистр в белом кителе поднял винтовку и выстрелил по стриженной голове. Голова ушла под воду. Дмитрий Степанович, чувствуя, что он сделал все, что от него зависело, пошел в город. Надо было спешить и не опоздать на первое заседание правительства. Он с трудом поднимался в гору, пылил башмаками. Пульс у него был не меньше 120. А перед глазами развертывались невиданные перспективы. Поход на Москву, 40-40, и черт его знает, может быть, даже кресло президента. Ну а мы тем временем вернемся совсем к другим, не выдуманным, а самым настоящим происшествиям на набережной улице. Так в августе 1913 года проживающий в одном из домов на этой улице крестьянин Никифор Иващенков заявил, что у него из незапертой квартиры неизвестно кем было похищено разного домашнего имущества на 47 рублей. По подозрению в этой краже был задержан крестьянин Василий Руденко, который виновным себя не признал, но был увлечен в преступлении найденными у него вещами потерпевшего. А вот мещанка Анна Шохина, будучи задержанной, призналась в растрате вещей на сумму более 50 рублей, присвоенных ею ее знакомой крестьянке Татьяны Антоновой, в 1913 году проживавшей на набережной улице в доме номер 54. Дескать, запирайся, не запирайся, а правда все одно наружу вылезет. Пожалуй, все-таки не любовь к правде, а что-то совсем другое подтолкнули к признанию другого нашкодившего воришку. Дело было так. В ноябре 1913 года крестьянка Антонина Ашерова, проживавшая на набережной улице, заявила полиции, что из ее незапертой квартиры неизвестно кем было похищено разных вещей на сумму 46 рублей. Произведенным дознанием было установлено, что кражу совершил ее собственный муж Николай, совершенно спившийся и опустившийся человек, который отпираться не стал и в краже сознался, рассказав, что вещи он продал неизвестным ему лицам, а деньги пропил все до копейки. Любовь к крепкому зелью подтолкнула к преступлению и другого жулика, похитившего разных вещей на сумму в 59 рублей из незапертой квартиры мещанки Дарьи Жучкиной. Дознанием было установлено, что кражу эту совершил ее сосед крестьянин Иванзинов, которого она сама ни за что в этой краже не могла бы заподозрить. Будучи задержанным полицией, Зинов объяснил, что вещи в самом деле украл он. А украл, потому что был пьян и хотел выпить еще. Но денег на дальнейший кутеж у него не было. Все похищенные у Жучкиной вещи он перепродал мещанину Ятрыщину всего-то за 2 рубля. Вот у этого Ятрыщина вещи были найдены, отобраны и возвращены по принадлежности. Над пароходную трухой костер мальчишки разжигали, но дым кривлялся, как глухой. Но дым у ветра был в опале. А с вами был Михаил Перепелкин.